Игорь Орлов вошел в состав Совета фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Указ о создании новой структуры подписал президент России Владимир Путин. Совет должен обеспечить проведение и финансирование работ по строительству, реконструкции и капремонту инфраструктуры Соловков, а также сохранение и реставрацию объектов культурного наследия. Никто никоим образом не смещает центры активности, там, духовно-историческую, религиозную, социальную, туристическую. Речь идет о сохранении и развитии Соловков как выдающегося места и центра и для всей страны, да и для всего мира. Это наследие ЮНЕСКО. Также Игорь Орлов на заседании коллегии Счетной палаты предложил создать единую генеральную подрядную организацию для работы на архипелаге.